Ну вот, собственно, и мы, и очередная пара команд. Я, кстати, не успел посмотреть, какая стадия это турнира. Ну, где-то примерно так же. Надеюсь, 1/4. А, это да. Нет, это не 1/4, это четвертый матч. Мы внизу там, наши стеклодувы, они там... Кто там прошел? Вернее, не стеклодувы. Они задерживают чашку. А, это первый полуфинал. Уже полуфинал. Вообще нормально. Но это в верхней части сетки. Ну, хорошо. У нас там нижний опаздывает чуть-чуть. Так что мы еще будем назад с тобой возвращаться от полуфинала. Ну, у нас тут Team Dream Coil и... Папины дочки. А, папины дочки. Team Dream Coil я видел, хорошо играют. Папиных дочек я не видел. Ну, может быть, поменяли название. Ну, почему папины дочки? Я вот предположила, что вдруг это девушки. На меня все так посмотрели, как будто женщины не могут ничего, кроме как на кухне стоять. Я знаю то, что это... Не знаю, это девочки или нет, но между делом папины дочки обыграли Animu Norm Team. А или они теперь без тега? Они теперь без тега, наверное, просто на Норм Тим. Они до сих пор же ищут спонсора. Так, продолжаем. Да, без тега они ищут спонсора. Опять у нас Герокоптер. Ну, у нас... И, кстати, вот связка, видимо, вот эта связка Shadow Shaman Герокоптер. Ну, под барашну на начальном уровне очень много урона. Связки. Сэнд Кинг тоже хороший такой, жирненький саппорт. Может, даже это будет хардлейнер. Shadow Demon, Earth Spirit неплохо. Я боюсь, лишь бы не Мирана в миде. Ну, хотя сейчас Мирана выиграла. Мне не очень нравится именно связка вот этих опять саппортов. Никс? Что-то где-то я видел такой пик. Никс, наверное, харду. Мне не очень нравится связка саппортов Shadow Demon, Earth Spirit, потому что они оба как-то не задержаны. Ну, почему Shadow Demon закрывает, по таймингу залетает камень. Все нормально. Ну, камень ненадолго залетает. Не потом знаю, вкатывается все равно он и... Дышь-быщ. Это прям что-то надо идеально как-то разыграть, наверное, спирите. Мало ну, таких ну, да. игроков, ну, которые идеально таких? Вкатятся там. Тут у ребят рапиры, а я рапиры. До сих пор не откалибровался. А, вот оно в чем дело. Боюсь. Не завидую рапирам. Боюсь. Боишься? А чего ты боишься? Какой ММР есть, такой и получишь примерно. Чего ты боишься? Ну да, наверное, так оно ну, есть. Минус 500, может, получишь, ну... Папины дочки банят Бэйна, Брюмастера, Бистмастера, Пака и Вивера. Почему Вивера банят? Ну, боятся неприятные герои, видимо, не хотят. А чем они его будут ловить? Вот они его банят. Чем они, вот эти три героя, как поймают Вивера? Никсом и Ер Спиритом. Вообще легко. Ну, Никс, как Никс ловит Вивера? Ну, копнул в Виндете тот... подходит, копает дальше какая-нибудь комбинация. Ну, и дальше все. Какая-нибудь комбинация. Сало от Эрспирита, ну, по-хорошему, дальше Вивер делает таймлапс, и все. И нет никакой комбинации. О, веселая игра будет. Однозначно веселая будет игра. Мне больше нравится Team Dream Coil пик. Мне прям нравится тут и контроль. И урон. И дэмэдж, да, все. Ну, там, конечно, Медуза, но вот эти, не знаю... Я не вижу, как Shadow Demon работает с Earth Spirit'ом все равно. Они такие оба как-то... Не знаю. Team Dream Coil у нас. Забанили Баланара, забанили Enchantress, забанили у нас Локверка, забанили Луну и забанили Марфа. Взяли Сенкинга, Shadow Шамана, Герокоптера и Дума. Папины дочки забанили Бэйна, Брюмастера, да. Бистмастера, Пака и Вивера. Взяли Shadow Demon, Earth Spirit, Никса, Медуза. Медуза мне нравится. Очередь сил света запрещать героя. Пятый бой, последний бан от Team Dream Coil это Разор. Хм. Ну, видимо, комбат в Shadow Demon прячет, Разор сосет. А так? Да. Я не знаю, потому что бан Разора тоже такой интересный. Осталось 10 секунд. Ну, интересно, стандарт. Куда поставят Дузу и кто будет в миде у команды папины дочки. Секунд. Ну, в харду, наверное, поставят. Хотя вообще могут пойти. Подожди, трипл хард. Дузу. Медузу. Куда Медузу в харду? Зачем? Ой, ну можно трипл хард пойти или фармить ей на изи. Просто фармить. Она может так. Ну, хотя же... против Раста. Она может так же и мид стоять. Она может так же. Трипл хард против вот такой триплы у тебя. Ой, хороший бан у Д. Вот, кстати, Team Dream Coil могут пойти триплой в хард. Да, вот это конечно, хороший конечно вариант. Конечно могут. С вертолетом и с шаманом вообще легко. А Дума оставить в легкой. Да. Нравится такой расклад. Осталось 10 секунд. А, в свою очередь, сейчас посмотрим. Очень интересен будет последний пик. Осталось у папиных дочек. Что же это будет? Инвокер. Нет. Инвокер.
вообще сюда не идет. Так, он, подожди, он не в бане? Значит, ты... Нет, он вообще сюда не идет. Очень два... Да чем не идет? Смотри, Shadow Demon закрывает туда Sunstrike. Закрывает бафы. Слишком два тяжелых героя будут. Медуза и Инвокер. Очень два тяжелых героя. Да нужно там три легких много... зато. Он не выживет, вот он не выживет против не Shadow Shaman и Сенкинга. Он не будет против них. Только если против через Квас Векс какой-нибудь. Ну нет, здесь я Инвокера не вижу. К сожалению, к твоему. Здесь его не тогда, будет. Тогда, хотела сказать Пак, но Пак в бане. Тогда, тогда... Даже не знаю. Шторма можно. Можно, кстати, шторм не в бане. А вот против них, в свою очередь, надо какого-то очень мобильного мидера взять. Потому что у них нету такого, таких спылов, которыми очень можно поймать таргетных. Дуза мид. Спирит. Дуза мид. Венга мид так-то. Почему нет? Как-то, как будто дверь на улицу. Скорее всего, дуза щитом мид. Осталось 10 секунд. Ну и тут же сразу ответный пик заходит темпу арка. Арка, в принципе, с даггером. Ну, Тим Дримкоил мне побольше пик, конечно, нравится. Ну, мне тоже побольше нравится. Он такой и потолще, и такой пожестче. Не уверен я в винге совсем. Вот если честно. Ну, не медуза как, может. Не как в формящей винге, не как в медовой винге. Я мне не очень уверен. Понятен вот этот... Трипла, вот первые три героя, как они. Никс, да, неплохой, но он мне не очень нравится, как соло хард, когда вот теперь такие два саппорта. Теперь они могут идти триплой. Теперь они могут идти. Ну, свингой. Свингой, да, могут пойти триплой. Теперь это, да, теперь такая опция возможна. Да, что-то прям холодно у нас да, стало. Да, как будто дверь где-то открыли на улицу. Что такое? Где тут можно? Тут можно где-то дверь на улице там открыть? Нет, нету здесь нигде улицы, мы в подвале. Сибирь. Мы в подвале, нас держат. Моргни, если у тебя забрали паспорт. Да-да-да-да-да. Ну и давай представим команды. Папины дочки. Виолет играет на винге, Слоудог играет на Shadow Demon. ГПК 321 играет на Медузе. Ой, так... Израиджик играет как на Никсе. Четверка Earth Spirit. Собственно, логично все. Дримкоил. Васька на Сент-Кинге, Драчки, Наруто, Гирокоптер, Хия, Шадоу Шаман, Мяу, Темплар, Ассасин и Ася, Дум. По-моему, им больше подходит. Драчки, вот это... Наруто. Драчки. Очень повеселил Ник. А как же тот Андрюша или кто там а, был? Да, 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 да. Что Андрейка. Какой-то был там Андрей, да. И Дестройер еще кто-то там. Да. Олег Дестройер или что-то подобное. И Андрей, и Эндрю какой-то был еще. Да. Пауза у нас стоит. Дуза, Дузу будут пулить, Дуза пойдет мид. Скорее всего. А у меня есть такой. Школьник со сменкой. Да. Он не очень похож на школьника. Школьника не очень похож. Ну, не знаю, мне кажется, в классе седьмом я так примерно и выглядел. И сменка у меня была в зубах. Он как-то так еще зло оглядывается, как будто у него отберут сейчас. Берут, вырвут из зубов. Наконец стартует у нас игра. Первый полуфинал и поехали. Мне кажется, четверочка на Earth Spirit, а хотя это в другой команде. Я думала, это отсылочка к хвосту, не, но нет. Это отсылочка к позиции, на которой он играет. Ну, может, к хвосту все-таки. Нет. Может, он себя считает просто настолько же сильным. Кто знает, кто знает. Любят же некоторые игроки почему-то делать. Нет, я бы понял, если бы на... Кэрри позиции, Ник был четверочка. Ну, вот сейчас такой же выход, как мы видели в прошлой какие игре. Какие клешни-то у Сент-Кинга. А слушай, а кто пойдет первый? Сент-Кинг пойдет копать? Ну кто? Да, да. Но у него очень короткий в самом начале подкоп. Короткий? Да. Очень, очень короткий барл стрелять. То есть нужно прям в упор практически подойти. Ну, а чем там? Ну, Раста может пойти, в принципе, с сеткой попробовать. Нет, они просто стоят, ждут в тумане войны. 30 секунд до начала. Просто ему...
проще немножко копнуть, чем Расте сеткой зацепить. Там чуть за куст ушел, Раста уже не цепляет, а копнуть за куст можно. Вот в чем дело. Угу. Ой, хороший ват. Но они, видимо, плачет. Просто руну отожмут и не будут подать. И вертолет стоит и не ждет. А у вертолета все. Халявная руна. Не-не, они пойдут руну забирать в любом случае. Да, они пойдут отбирать. И легко ее отберут. Битва. И отберут, и свою заберут. Даже драки не будет. Да. Ну а как против них драться там? Нет, стан, там сетка, невозможно. Гирокоптер. А, ну гирокоптер не там, ну, темпларка. Там, конечно, любой умрет. Ну и посмотрим сейчас по расстановке. Перетягиваются центральная линия крипов первых. Пропустит у нас. Да, Дуза мид, как я и говорил. Отличные подблочили крипов. Ну и сейчас сразу, наверное, будут напрягать у нас. Да, темпарку сразу будут напрягать. Как он вкатился-то неплохо. Пол хп мгновенно она теряет. Скушала дерево, причем посадила, скушала. Так что сейчас быстренько восстану. Ну, медуза-то тоже как-то потеряла пол хп. Вроде ничего не сделала, а пол хп потеряла. Угу. Снизу у нас стоит Doom, и Сенкинг от него пока не уходит. Получает стаки от Shadow Demon. Ну, Shadow Demon с ядом на первом неплохо. Он так-то больно бьет. Здесь Ник стоит пока в соло против вертолета. Ну и перетягивается сюда Раста. Ну, вдвоем они, кстати, смогут убивать. Ну, вот. Ну, против Карапасов не то, чтобы прям смогут убивать, я бы так сказал. Ну, пока нет Карапасов, смотри, вот они там поймали, кстати, Никса. Замес. Пока не хватит дэмэджа. Никс, кто, он... кто кого поймал мне? Она успела апнуть второй. И он вначале у него реген. Очень хороший реген. Вот этим, конечно, герой хорош. Ну и сейчас будем смотреть. Сенкинг пока оставил на данный момент Дума одного. Чтобы Дум... И перетянулся на центральную линию. Здесь в миде 2 на 2 пока на данный момент стоит. Ну, Сенкинг, походу, сейчас... Васька сейчас будет стакать, кстати, под... Для темпуарки Энчинтов. Хороший мув. Может еще там пофармит. Как пофармит? Не пофармит никак. Он просто стак. А, у него нет песочка. Для песочка темпуарки. В теории. Да и очень пофармить. Он будет 100 лет фармить с первыми песками Энчинтов. Ой, получает Никс у нас сетку. Сейчас будет по таймингу. Ну тут, получать. Кстати, летит гирокоптер, и так-то они могут. Подкоп, если очень... он не в ту сторону, а он не в ту сторону бежит. И подблачивает его. Это минус. Это first blood, это минус Никс. Сеть. Да. Бараш. Причем и... достался. Драчки Наруто проливает первую кровь. Третий уровень, кстати. Дум неплохо подбирает крипа. Вообще не обращает внимания. Вообще не обращает внимания, кто там его тыкает. Ну, а в миде у нас 9 на 7 крипстат у Дузы. У темпуарки все похуже. 4 на 5. Но темпуарки стакают, не забываем об этом. Да, да тяжело темпуарки вначале фармить, когда первый щиток. Сейчас чем дальше, тем не то, что тяжело фармить, просто постоянно напрягает земля. Без устали. Вот, очередной кат, толкнуло и все. И очень большие проблемы. Если а там щит пройдет, сняли это. Со шестики. Еще одна тычка. И последний удар должен быть от четверки. Ну-ка. Да, добивает. Очень хорошая игра от Руспирита. Ну, там идет Сенкинг, кстати, догонит, не догонит? Нет, не догонит. Он второго уровня, и он его, во-первых, не догонит, во-вторых, очень короткий борол страйк. А крипам решил отдаться, походу. А в это время опять убивают наверху Никса. Вдвоем. Неплохо, молодцы. Ну не опять ты тогда сказал, как они его будут убивать? А, да. Они могут. Вот сейчас они придумали, как его убивать. Да там много контроля. Конечно, он там карапаси прожмет, там контроля много, он откатывается еще. А там стан, сетка, хекс, потом ракета, к тому времени сетка снова откатится, пока ракета пройдет. Без хекса пока играет Shadow Shaman. А, даже так. Дэмэдж. Неплохо. Ну слушай, пока все очень здорово. У Дума 1-12 крипов. Меня это вообще пугает. Нельзя так Дума оставлять. Ну, Винга при этом тоже хорошо фармит. Реген на верхней руне. И Дуза сейчас должна идти проверять. И зачем-то. О, здесь же еще и Раста. И, слушай, Раста под регеном успеет ли дать. Экс, сбили ей, подкоп пошел. Там включается щит, пошла... Пошла сетка, хватит ли урона, перетягивается сюда Винга. Ну, я спасла Винга.
свою дузу, тут же шедоу демон. Они бы все равно, скорее всего, по таверне побежали. Он спас щит дузу очень сильно. Да, ну у нее, кстати, мана вот выжжена была, там буквально ей оставалось 2 тычки, нужно дать. Ну и пока есть время, четверка стоит на нижней линии, получает своих драгоценных крипов и опыта. Вот возвращается сюда Виолет. И сейчас Earth Spirit будет уходить отсюда. Да, уходит Ася. Немного не точно вкатился четверка. Будет ли стан какой-то? Включилась земля. Кстати, можно убить. Ну нет, не пойдет дальше. Или пойдет дальше Ася. Фишки не хватает. Под землей немножко... стан и спасительный стан от Винги. Да, кстати, стан действительно спасительный. Мне кажется, он мог бы землей его дожечь. Да, да, он был дожег. Земля, наверное, второго уровня, да? Да, земля второго уровня. Все здорово, Вась. Shadow Demon перетягивается. У Виолетты должна быть мана на один стан. Ну и посмотрим, что из себя представляет фармящая Винга. Очень интересно. Ну, фармить неплохо, так что получше гирокоптера даже. У Никса 11 крипов, 4 уровень, все в принципе неплохо. 2 смерти, правда, есть, но это для оффлейнера не так критично. Не так необычно. Так, что тормит? Ну, темпарка оставила центральную линию для... Сенкинга, я так понимаю, чтобы он быстрее получил опыт, либо не понимаю причины, почему она ушла. Возможно, чтобы быстрее действительно апнул шестой. Ну и тяжело, видимо, стоять. Да, наверное, тяжело уже. Лучше постоит экс, получает она крипов плюс побед, чем стоять. Змей второго уровня, Ваську подкапывает Earth Spirit, будет ли добивать, гонит иллюзии за ними, за ним и, скорее всего, отпустит его. Да, Васька отпускает Сенкинга, его прощает. Повезло, сколько хп там Сенкинга там осталось. Хп 30 буквально, меньше. Да там вообще 10 хп да, оставалось. Да. Жестко, жестко. Дума закрывают, будет ли продолжение. Стан он успел подрубить землю и будет просто гнать Shadow Demon до конца. Вот, мне кажется, он сожжет просто. Да, он его сжигает, и вопрос, успеет ли Винга. Прожал стики, идет под землей, свап. Еще хватит на стан, залетает стан, продул. Влетает Earth Spirit, будет блочить. Да, и добивает все-таки Асю. Кил достается Виолетту. Ну, неплохо. Кстати, вот этот Earth Spirit, несмотря на то, что в прошлой игре хорошо роумили, но этот Earth Spirit, по-моему, получше так. Почему? Катается. Я бы не сказал. Не лучше? Ну, на уровне 101, 102. Ой, кулдаун, все это идет по Никсу, не прожимает он Карапаса, не у него в кулдауне. И, слушай, не хватает урона. Не хватает урона, чтобы убить. Никс отпивается, 5 уровень. Конечно, обидно. Чуть-чуть совсем вроде не хватает. Вроде дали бараш, вроде дали кулдаун, дали шекл. Ну и возвращается на центральную линию у нас темпарка. 5 уровня, она дуза 7 уровня, 42 на 24. Дуза выиграла центральную линию. Как раз таки благодаря Earth Spirit в самом начале. И ставится у нас пауза. Ну давайте, наверное, переключимся на нетворсе. Да, вот, смотрим, вертолет на первом уровне, на первом месте. Дальше идет пара игроков команды папины дочки. Это Винга и Дуза Винга. Вот Дум, 2200 Дум отстоял лучше, чем Темпларка. Темпларка в миде, да. Это конечно, плохо. Грустненько. А камень в огород темпларочки. Ну, поэтому она и ушла в лес фармить. Ну, в принципе, она, стакать. Конечно, и след... Ну, ей там стакнули немножко. Плюс она сейчас сама будет стакать все фармить. А и вот сейчас... тут стакнутый энши. И еще стак там делать, там вот очередной. Причем спалили саппорты. Слушай, они по таймингу неправильно отвели. А там, по-моему, помешал Shadow Demon. Он спалил в стаке. Никс не качает моноберн. Ну, принципиально. Карапасы в 2, подкоп в 3. У Дума появился 6 уровень. Фейзы 6 уровень, есть аура сатира, есть ультимейт, все здорово у него. У Никса тоже 6 уровень, можно делать какие-то выходы. Сейчас ну игра вот станет поинтереснее. Ой, телепорт идет, меня. Да ладно. Ага, смоки на троих, и выход куда? Дузу бы убить, конечно. Дуза самое желаемое здесь. Темпуарка трэпа есть 6 уровень. Не успевает повешать Дум на Дузу. Да ладно, хороший серьезно. Стан, пошел Дума, а сейчас-то зачем уже? Сейчас, мне кажется, немного поздновато. Под землей он, конечно, идет за ней.
Но а чем ее дальше пробивать? Поймали Shadow Demon, да, Shadow Demon, скорее всего, наверное, убьют. Shadow Demon прячет себя, но это стопроцентная смерть. Shadow Demon умирает, заканчивается Doom на Дузи. Пока всего лишь минус один, пытаются разменяться на Сын Кинга. Сын Кинг укапывается. В это время подходит сюда Винга и получает сначала хекс. И тут просто пошел огромный фокус. Она успевает прожимать стики. Винга пока живет. Дуза настреливает, но ее урон пока не критичен. Подкоп по темпуарке. И темпуарку нужно разменивать. Да, не очень удачный выход для команды Dream Coil. Стан пошел в Дума. И это минус 3 взамен на одного Shadow Demon. Выиграла драку команда папины дочки. И очень здорово ее выиграла. Очень круто отыграл Земля. Он очень круто дал камень. Да, вначале не дал дать. И не дал сразу дать Doom. А зачем Doom дальше полез до конца? Ну, видимо, у них была цель, и они решили ее придерживаться. Не смогли сказать, стоп, не надо. Тут, кстати, и для Дузы стакают. Он на трепе все это видит. Темпуарка. Дуза фармит. Наверняка хочет зафармить. Дуза будет выходить в мом. Дузу видят на варде. Возможно, кстати, темпларка идет фаст дизоль. Зафармите. Так и пойти. Бойтстоун есть, да, будет выходить дизоль, но хотя бы сначала поиметь Power Treat. Ну, нашли здесь у нас раз, тут будет ли какое-то продолжение. Нет, идет телепорт вертолет и решает отходить команда папиной дочки. Пошла ракетка на Earth Spirit. Earth Spirit получает трапу, скорее всего, он будет умирать. Не успевает укатываться, прячет его. Но это минус Earth Spirit. Слушай, мне кажется, сейчас ошибка была от Shadow Demon. Он уже закатился, он его не успел закончить анимация, он его спрятал. Спрятал и похоронил. Да, как-то говорит, это было вообще некрасиво. Earth Spirit, ты умрешь прям тут. Ты с нами не идешь. Мы тебя бросаем. Винга очень хорошо фармит, у Дузы тоже очень хороший нетворс. Ну и Doom дальше будет выходить в барабаны. Все стандартно. Появляется Power 3 у темпуарки, дальше будет выходить в дизоль. Ну и пока счет 5-5, не очень активная дота, сентрики чуть-чуть друга не достают. Темпуарка наверх перетянулась, неужели будет пуштой один вышки? Виндети ходит у нас, Никс разведывает обстановку, скорее всего может найти вертолета. О, Shadow Demon получает ракетку. Сейчас будет подходить сюда, раз-то нужно подкопать и переместиться. Прячется Shadow Demon, пошел кулдаун, пошли змейки, мгновенно стирают у нас Shadow Demon, в ответ стирает вертолета, очень плохая драка для Team Dream Coil, но нет, подкапывают Никса. Приходит сюда Дуза 10 уровня, все, отходим. В итоге одного вертолета на Никса и Shadow Demon. Примерно равный размен. Ой, темпуарка фармит чужие стаки. Как здорово! Как здорово она выбрала момент. Просто пока там драка идет наверху. Хороший. Она отлично выбрала момент. И сейчас, может быть, поправит себе нетворс. Да, неплохо. И у нее еще здесь свои стаки есть. Я бы здесь оставил там одного недобитого дракона. Нет, все-таки все забирает. Еще ДД на низу. И сейчас сразу заберет еще одни стаки. В это время у Виолетта большие проблемы. Или у кого как проблемы. Подкоп шикарный по двоим. Начинает раздамаживать вертолет. Но здесь ультимейт Тор Спирита отличный. Дум пока еще живет. Виолетта будут добивать. Да, добивают. Пошел ультимейт от Санкинга. Дальше будут ли гнать чем-то? Наверное, нет. Наверное, ничем не будут гнать. Перетягивается сюда Дуза. А в это время темпуарка просто добивает свои стаки под двойным уроном. В итоге разменяли Вингу. Неплохо. Неплохо. Но сейчас, конечно, за это время, пока все дрались, темпуарка очень сильно поправила себе нетворс. И пойдет дальше убивать стаки. Пока действует ДД, абсолютно логично. Дузу пытаются загнать. У нее кулдаун телепорта. Пошли смоки, тут же разревелились. Дуза дает информацию. У Дума есть ультимейт, он получает тут же сало, получает камень. Довешает ультимейт на Дузу, получает стан. Пошел кулдаун, подкапывают Дума, Дума стерли, Дуза под ультимейтом. Ну и все, наверное. А нет, нашли еще и Сенкинга, здорово. Молодцы, Сенкинг отсюда никуда не уйдет. Одна тычка, нужна добить его, да. Продуло его Винга, умирает. Башню сил света атакуют. Не спи. Да я что-то сегодня... Лена, спать нельзя? Да.
немножко отвлеклась. Да мне первая игра так утомила, что я не могу после нее все прийти в себя. Надо будет еще сделать кофейку. Да. Хотелось бы. Раста получает инвиз, уходит, не видел этого. Темпларки, кстати, почти. Почти Темпларки тизоль. Третий нетворс стал после этих трех стаков, ну, трех кэмпов эншентов. Она, кстати, свои вот зафармила. Ой, Раста дает отличную информацию о том, где все оппоненты, и нужно выходить из своего леса в верхней части Team Dream Coil. Дум, есть барабан, начинает выходить в дагер, начал он проседать по нетворсу, до этого держался очень хорошо, сейчас после смертей начал проседать. Так, раз, не знаю, он ходит на автопривязке, мне кажется, за дузой. Вот, пошел Шекл. А, там гирокоптер летит. Ай-яй-яй, мне кажется, немного не по таймингу, да. Чуть поторопились. А у него кончался, наверное, инвиз, поэтому ему пришлось. Ну, там был еще запасик, и тупаут делает. Не успели Пел. Закрыть, ох. Отлично. Как кустиком стоял, спрятался. Вот Shadow Demon и продул. В это время Никс тут в Виндетте бегает. Ну, он тут никого не примет соло. Только Shadow Shaman. На центре никого, вот снизу никого. И как-то сместились все на верхнюю линию. Потихоньку. Кстати, Темпларка купила дизоль. Ей сейчас летит дизоль. Лишь бы курьера не потерять. Вот если курьер сейчас может сейчас умереть. Никс подрежет курьера до того, как передастся дизоль, дизоль передается. Все-таки Темпларку смогут ли забрать вдвоем? Темпларка. Раз удар, два удар, три удара практически убила. Ну, чуть-чуть не спирита. Хватило. Ой, в это время проблема у нас у винги. Пошел кулдаун, пошел эпицентр, пошел свап. Ой, отлично, винга свапнулась. Она свапнулась. Да. Конечно, Shadow Demon, наверное, было грустненько. Но спасла себя здорово, да. Конечно. Тут же поражала мому и бежать. Винга же под момом, правильно? Красная горит. Да, да. Да, да. Был дальше у меня будет Лотар. Один друг в дотке, который в такие моменты, вот как сделал винга. Надеюсь, так лучше, то подсказывают, что шипит снова, извиняемся за это. В общем, который вот когда приходилось делать такие действия, говорю, каждый сам за себя, да. С криками. Убегал с поля боя. Не снесли Т1 вышку на верхней линии Team Dream Coil. И ну, пытаются, кстати. Приходится отходить им. На отходе поймать. Ну, Никс как-нибудь не догоняет. Вот Асю бы вот. Поймать. Асю свап. О, какой хороший свап. У Аси есть дум. Успеет ли повешать на кого-то? В это время подкопали у нас. А кого там подкопали? Отличные, отличные варды стоят от Расты, кстати. Проблемы у вертолета. Он успел дать кулдаун. Стерли уже Shadow Demon. Нужно добивать здесь. Да, добили у нас Никса. Просто дузу стерли за два удара. В ответ потеряли только одного Санкинга. Камень по четверым. Вообще ревейдж. Ты посмотри. Да. Ну это, кстати, была ошибка. Ошибка нападения. Ошибка позиционки. Они взяли, свапнули Дума, самого жирного персонажа, которого они не смогли даже продамажить на пол хп. Они его свапнули, били. Сколько они? Втроем или вчетвером, да. Били, и не смогли его даже раздамажить. Им он на развороте дал ультимейт, и да. Все нормально. И Раста поставил змейки, им ну, абсолютно удобно. Нужно было как-то под змейками драться. Какого-то гирокоптера тогда ловить, стараться свапать, потому что гирокоптера они смогут убить быстро. А Дума нет, конечно. Ну, Рошан сейчас очень быстро упадет под дизолем. Пойдет ли Никс чекать? Догадаются ли? Ну и вот, пока Темпларка... Они, кстати, помигали, догадались. А, ну Темпларка на первом месте по нетворсу. Вот смотри, как здорово она выбралась из той незавидной ситуации, которая была в начале. Да? Но она украла чужие стаки. Забрала три кэмпа стаков, она забрала за одну минуту. Это и сильно решило. Сейчас будет дагер. Сейчас будет дагер, она будет носить максимальное количество урона. Она еще будет... мобильный, ее будет не поймать. Лэнс, Мому, Дузы, дальше будет Пика. Ну и Дуза поняла, что здесь ее стаки увели. И это не очень весело. Вот меня вообще смущает керри Винга, пока на данный момент стан. Ну смотри, смотри как. Смотрю. О, а просвет? А просвет? Пока кто, смотрю. А кто будет просвечивать? Не, ну раздамажила-то она хорошо. Здорово, вот, да. Вот еще бы дасты носить, вот было бы вообще идеально. Но керри не носят дасты. Нет, это нету лишних слотов. Да. На 19 минуте некуда положить. Там целый пустой вон прямо есть, но нет, нет. Mm-mm. Нужно, чтобы саппорты покупали. Там телепорт должен лежать, по идее. Да-да-да. Телепорта тоже нет. Поэтому нельзя.
Так там еще три дополнительных есть. Вообще в теории можно все носить с собой, но нет. Ну ты когда переложишь, ты ж не будешь стоять 6 секунд под песками и ждать пока. Да, ну так сразу, ты пока бегаешь, тебе этот телепорт не нужен, ты затпшился, он пошел в КД, переложил. Сейчас там парка смысл. Т1 на центре, по идее, прожимается глиф, будет ли деф какой-то? Да, добьет. Нет, дефа не будет никакого. Вертолет хотел состилить. Он состилил. А состилил? Мне кажется, там сейчас в войсе выяснение отношений идет. Да не обязательно, может. Да нет, нормально. Может, у них была договоренность вообще. Пика прилетает Дузи, Никс пока мне непонятен в этой игре. Со сложной линии он имеет 3800 нетворса, да? Проблема в том, что там героев нету, вот кем на Никсом нападать. Ну вот пока вот за сегодня, сколько мы Никсов видели, мне они вообще не нравятся, если честно. Там был Никс на 4-й позиции, вот сейчас Никс на 3-й позиции. Нет, он на лайне хорош, он именно хорош тем, что у него хороший реген, он стоит легко. Вот этим он хорош, но дальше реализация... Видишь, проблема в том, что герои не такие, которых можешь Никс убивать. Это не папчик, где ты в соло бегаешь на Никсе, там всех убиваешь с догона. Тут ты на него нужно покупать дагер какой-то, инициировать. И это надо реально хорошо на нем играть, попадать всеми станами, потому что до этого мы видели, что Никсы еще и станами не попадают. Угу. В смоках прошлись, Team Dream Coil никого не нашли и переходят на Т2 на верхней линии. И слушай, они под дизолем-то они убивать Т2 будут, да, максимально быстро. Да, это очень быстро. У вертолета Лэнс, Мом. Почему так все Мом любят? Быстро бить, быстро бегать, быстро фармить. Ну да. И Т2 вышка падает, в размен упала только Т1 на нижней линии. А слушай, они на хайграунд пойдут. Да, они остаются варды. С линками, они, кстати, заберут. И сейчас и будет, сейчас будет раста развлекать народ, и уже меньше половины здоровья, вот это три вышки, она упадет, прожимается глиф. Чуть-чуть отошли. Делается телепорт от винги. Заходит. Нет, очередная добивать, пачка крипов. Добить надо, добить. Нужно добивать, в любом случае нужно добивать, пошел Змейки камень. Змейки бьют вингу. Змеек на таур направить на самом деле и добить, мне кажется, Болдер, зачем он перенаправляет. Да, он такой вот, защитный вот, от вертолета, и эта три вышка упала. Дум будет ли повешен на кого-то? Нет, пока еще поймали, на данный момент, кстати, не вешается. Никса быстро убили. Темпларку поймали, минус Аегис. Нету кулдауна, пошел рассказ эпицентра, подкоп неплохой. Дум пошел на Дузу, ее успели закрыть, стерли Шедоу Демона, стерли Никса. Большие проблемы у Эрспирита, нужно отходить команде Team Dream Coil. Они еще и сторону снесли барак, причем мили барак. Неплохой камень по двоим, но может быть добить раст, да, добивается раст, и какими легкими потерями просто... Отделалась, да. Team Dream Coil за то, что они снесли вышку, снесли барак, причем мили. Они разменяли только Аегис и Расту. Все. Ну это вообще неплохо. Там, правда, в Т2 еще стоят сейчас. Т2. Кто-то АБКБ делает. Как-то не ожидали папины дочки, что с такой наглостью будет заход. А чего не ожидать? Они взяли Аегис, что не ожидать? У них есть все варды. У них все есть. Да, есть варды, о, есть смотри. Аегис, почему им не идти? Так. На хайграунд. Боится вертолета, у вертолета есть БКБ, она кстати. Она ждет. Сейчас будет, вот сейчас найдут, найдут да. Сенкинга, о, подкопали. Сенкинг вообще стоял, стан конечно. По таймингу, нет, там овер много урона, и темпларка должна оттуда уходить. А что он вообще уходить. Там стоял, просто в кустах, просто стоял? А не, он тут с темпларкой ходил. Ну как-то он отвлекся немножко, пока ходил. Встал. Отвлекся. Ну, в том районе два агрессивных варда стоят у папиных дочек. Да. Они видят перемещение. Хорошо, конечно, зашли, молодцы. Вот этот опс очень интересный. Ну да, чисто под стаки, чтобы смотреть. Угу. И чтоб не раздевардили. Ну, такой действительно сложный. Ну, вертолет. Драгонлэнс, Мом, БКБ. Дальше будет, не будет доделывать пику, будет выходить сразу... Бабочку. В бабочку. Ну и Раста здесь нашел этот вард, все-таки раздевардил его. А как он его нашел? Интересно. Ну вот смотри, вот опс хороший. А, опс видит его, понятно. И вот центричок он поставил. Прям все на грани, на тоненького сыграл. Ну, наверное, сейчас будет перетягиваться Team Dream Coil вниз, чтобы сносить Т2 вышку. Ну, я думаю, Т2 даже надо отдавать, не драться. Драться только за Т3. Медуза выходит в скаде, но вопрос. Мне кажется, здесь уже надо оставлять на байбек. Не, я думаю, на байбек она оставит, купит один шарик и все. Нельзя все потратить. Дум с даггером. Дальше будет выходить в БКБ.
Ну, там парка начинает просаживать. Да, ну Т2 они отдадут. Нельзя драться за Т2. Нет смысла. Вот им парки 1200 не хватает до БКБ. Медуза как раз может к тому времени... Хотя нет, ну Скади к тому времени не будет никак. Слушай, а нельзя им размениваться? Им вообще нельзя размениваться. Параллельно сносятся две Т2 вышки. Еще и центр. Но они решили Т2, видимо, разменять. Ну вот он-то там даже верхнюю не сносит команда папиной дочки. Там стоит одна винга. Ну вот, убила, да, винга верхнюю. Ой, хороший блинк. Ну и, наверное, надо отходить. Без Рошана так просто не зайдешь под дузу. Ну плюс там, да, ульт. Ульт медузы будет. БКБ на думе. Вообще отлично. Да уж, хорошо у дума. Нужно линку собирать. Кому? Вот этой команде. Вот этой, которую показывают. Нужно линку собирать. Которая папины дочки? Да, папины дочки. Они папины дочки. Свет, да. Team Dream Coil за тьму. Я уже путаюсь. Да, они. Виолет, да. Я по ней ориентируюсь. По нему. То есть ты все-таки где-то веришь, что папины дочки — это женская команда подачи? Я надеюсь, что там может быть одна девушка. Ну, хотелось бы поболеть, посмотреть действительно, как девушка тащит. Ну, мне бы было приятно, там солидарность, все дела. Ее, конечно, не существует, но и что? Дошли два БКБ для команды Team Dream Coil, это для Темпуарки и для Дума, и сейчас можно заходить. В принципе, можно драться. Больше 5000 по золоту преимущество. Там еще и Рошан вот-вот будет. Можно забрать Рошана или появился заходить. Даже. У них причем стоят трапы, они, кстати, сразу увидят Рошана. Интересное кино. Сейчас вертолет поставил ракету на иллюзию. Иллюзия закончилась, пока летела ракета, и ракета перенастроилась. На героя? Нет, на нейтрального крипа. Что это вообще? Ну все это видели, да? Это как разгон теперь работает? Что ли? Окей. Ну да, как разгон у Баратрумана, типа так сработало. Она говорит, ну не испарюсь же я в никуда. Да, 7.07 пишет оператор. Да. Было все-таки такое обновление в патче. Где Рошанчик-то? Рошанчик. А, вон сколько. А почему? Мне казалось, там полторы минуты. Я думаю, буду ждать. Может, там стоит ловушка, они туда мигали. Ой, слушай, а здесь Сэнкинг может умереть, кстати. Скорее всего, да, умер он как-то дерзко. Просветка? Не, подкопал. Никс, сейчас Сэнкинг умирает, да. За два удара в это время... Просветка для слабых. Гем покупает Сэнкинг тут же. Да, ну тут гем бы ему не помог. Он сам, ну он сам слишком нет, далеко он, заходит. Почему? Он бы вингу увидел. Все правильно. А, ну помог вингу бы увидел. Он все равно слишком далеко зашел. Чего он ожидал? Подраться вот там за речкой с Никсом, что я не знаю. Скади появляется у дузы. И еще 2700 золота сверху. Неплохо. У дузы 17 тысяч натворс. Ей нужен 25 уровень, чтобы взять талант. Так, какой там талант? Ну, вот эффекты спритшот действуют на все цели. Эффекты для Скади, да, будет приятненько. Смоки. И на кого выход? На Рошана, что ли? Да мне кажется, они на противников должны выходить. Да, пошли во вражеский лес. Ну, надо обходить как-то, обойти. Слева обойти. Опять ты шипишь. Ответные смоки поняли, что здесь под ними Никс, он тут же прожимает Карапаса, есть какой-то детекшн, Сэнкинга рядом нет. У Сэнкинга гем, но его рядом, к сожалению, не было. В итоге смог на смог, ничем это не закончилось, и Рошан стоит. На трапе видно, что то, что Рошан встал, и сейчас будет Team Dream Coil, наверное, заходить на этого Рошана, заходит уже туда вертолет, начинает его месить. Нифига. О, как с плышом попало причем. Просто подкопы. Ой, отличный подкоп от Никса. Успевает прятать себя Shadow Demon, но это вряд ли его спасет, конечно, минус. Минус Shadow Demon. Причем добил вообще гирокоптер где-то со спины там стрельнул. Флаг долетел какой-то. Да. Ну это минус Рошан, абсолютно бесплатный. Да. Или будут драться здесь.
А зачем драться? Под вардом видно же Вингу. Вингу тут же подкапывают, пошел. Пошли ракеты, пошло БКБ. Вингу нужно очень быстро стирать, успевает она забрать с собой Дума, забирает вертолет. А как она отъедается? Что это такое? Это вообще вне закона. А там Медуза дамажила все это время. Это не Винга так раздамаживает. Мне тоже сначала показалось, что это Винга так раздамаживает. Всех, а это Медуза. Просто Медуза. 19 тысяч творцу Дузы. А покажи. Надо итоги боя смотреть. 4200. Вот это неплохо вообще зашло. Да, она просто стояла со сплита. Ну еще одной тычки не хватает, чтобы убить Цинкинга. Пошел Дум на Дузу, подкоп, пески. Минус Эрспирит. А что будем делать с Дузой? Дузу прячет. Приходит сюда Шедоу Демон. И Дуза сейчас будет просто разваливать. Она должна разваливать. Да, это минус Дум. Что будем делать с Темпларкой? Темпларка ее просто не возьмет. Она ее не должна пробить. Ну она нормально, конечно. Даже Темпларку уже. Шедоу Демона убьет. Да, убивает Шедоу Демона. Спряталась. Гем. Взял гем, да ладно, он это достал, видит, успевает блинка вот сделать. Красиво это было. Вот, так вот. Вроде как бы и полностью выигранная драка на разворот. Очень интересная игра. В итоге Рошан стоит. Ну, Бедуз, конечно, очень сильная уже. Очень сильная. Как она развалила, там я смотрю, просто персонажи падают. Я уже похоронил давно Вингу, думал, то, что все. Но Винга, я так понимаю, прожала мому, начала просто отъедаться от героев, пока был активен Стоунгейс. Да. А Медуза разваливает. Забрали Рошана. Все-таки они забрали Рошана. Одной стороны нет, а у нас крайне холодно тем временем. Да. Кто это сделал? Нет, что-то... Я уже думаю, ну, о вот том, что по линии я, к сожалению, никаких изменений не вижу. И не увидишь. И не увижу. А по тебе, может, видно? Нет, нету. У меня тоже ничего нету. Продолжаем мы смотреть. Кстати, ровно все выровняли с графики по золоту в ноль. Смотри, какой комбайн. Да, неплохо. 7,5 тысяч. По опыту вообще в плюсе у нас команда папины дочки. Остается в игре, пока ну, Дуза... Ну, Медуза камбэкает. 20 тысяч нетворса. Кстати, что Дуза собирается себе покупать МКБ? Ну, надо следующий. Да, практически. В автозакупе стоит бабочка, но покупается МКБ. Ну, видимо, он чекает. Вот, тут же прилетает МКБ, а остается 2 тысячи. Дузе должно хватать на выкуп. Угу. Ну, если что, сейчас дофармит. Хватает. И вот сейчас ей бы 25 уровень, и как будут разваливаться все эти герои? А ей сколько осталось? Полтора уровня. Полтора. Так, что там в магазине по книжкам? Нет, только что их использовали все. Там же есть все-таки не такие зажиточные персонажи. Как Медуза. Да. Ей-то нужнее сейчас, ну, вот пока она в соло всех развалит. Мне пока здесь вообще не нравится. То есть тут берешь любого другого. Ну пока, это опять же мое мнение. Можно было даже взять такого Сэмми Кэрри, который бы танчил просто. Ну да. Который бы танчил, а Медуза бы наваливала все. Ну и желательно с контролем, чтобы контроля больше было. Можно и с контролем. Ну да, пока непонятно, что делать с Дузой. Это, конечно, у Шедоу Демона появляется медалька, и сейчас любой фокус будет очень болезненным. У Никсая гоним, и полностью готова команда папиной дочки защищать свою базу. Никс уже закопался, ух, какой длинный подкоп. Что ты угораешь? Вот когда у Сунгкинга был короткий, тебе не было смешно, а теперь смешно? Не, мне понравилась твоя реакция. Да. И вот я не знаю, что делать сейчас на месте команды Team Dream Coil. Заходить-то страшно. На самом деле. Вообще страшно. Ну там есть Аегис, надо. Надо заходить, пока есть Аегис. Надо Doom как-то... Тут кого-то ждет. Нужно какой-то минус сделать быстро. Алибарду будет он готовить. Или минус готова. Сделать, но им нечем выцепить кого-то, вывести как бы трейдером. Сделать минус. Или сплитить. 1+4, там есть Раста, там есть Темпларк, и надо 1+4 как-то разводить, растягивать оппонентов. Алибарда приходит в Думу, и вот сейчас Алибардой можно затыкать Дузу. Но они сейчас будут идти. Все собрали, все, что можно было, собрали. Надо идти. Аегис есть, Алибарда есть.
Они вчетвером, конечно, ходят же неприятно. Надо вот их как-то растянуть, чтобы они не стояли вот так пятером. Винга поняла то, что она стоит под центриком. Тут же побежала быстренько назад. БКБ, аватар, дальше в Кирасу будет выходить. Ну да, Винга будет сейчас выходить такие артефакты, чтобы и Дузу параллельно бафать. Да. Более сопортящие. Так, вертолета бабочку я видел. Покажите, что у темпуарки. Тоже БКБ. Варщит будет выходить. Угу. Ну, надо как-то... Как-то надо потихоньку нападать. А егисты не вечные. Там нет, ДД. Там вряд ли будут... Там ДД, тем более. С без ДД. Какого-то, без какого-то быстрого минуса они не пойдут. А... Да, но тут не сделаешь просто быстрый минус. Вот у нее на самом деле сейчас было у темпларки ДД. Вот в этот момент можно было как-то попытаться ДД сделать. Свап! Тут же мгновенный. Раста успевает поставить варды, прожимается БКБ. Винги пошел, Стоунгейс еще нет, не нажимала. Вот сейчас пошел только Стоунгейс. Это будет просто сейчас развал. Вот Дузы, раз, два, три удара, и просто Аси нету. Дальше закапывается у нас Никс, и это минус темпарка. У нее нету маны, Никс полностью из нее моноберном высосал всю ману. Выбивается Аегис. Дальше будет по таймингу подкоп какой-то. Камень, подкоп, все здорово. И темпарку здесь убивают. Конечно, нереально зайти без пикофа к такой Дузе и к такому Никсу. Ну, они Дузе еще не дамажат совершенно. Они его там пытались ее чем-то побить, но... Мне кажется, ее не надо дамажить. Мне кажется, нужно убивать всех, а ее, наконец, оставлять. Ну, возможно, ну, то есть, так. Вообще ее не трогать, потому что, ну, очень много ресурсов ты потратишь, и не факт, что убьешь. А остальные тебя за это время развалят. Ну, надо как-то, значит, стараться на подходе подраться. Выпустить их немного с базы и попробовать зайти в спину. Но вот сейчас ты ее не убьешь. Потому что я не вижу варианта, смотри, как... Приходит для нее бабочка. Да, вот сейчас чуть-чуть будет... до 25-го. Да, кстати, сейчас апнет. И будут проблемы. Еще и бабочка, еще и 25-й. И потом просто мом заменить на сатаник. И все. Ну как же там получается? Не заменять же? Апнуть. Ну, да. Мом убираем, забираем себе туда сатаник. И у темпарки-то байбека нету. Ой, центр пошел, пески. Ну, это так мало вообще, урона. Вообще не про дамаг. Даун. И даже не выбили всю ману из Дузы. Вот решили ее просто не бить. В это время убили Шедоу Демона, пошел Шекл. И Дуза на развороте со Стоунгейзе начинает просто разваливать. Включает БКБ у нас вертолет, но смотри, что остается от вертолета. Хорошая алебарда, кстати, от Дума спасла на жизнь вертолету. Вот проблема в том, что если ты не бьешь медузу, они подходят кого-то бить, и она всех расстреливает одновременно. Они просто не могут ничего сделать. Винга, в невидимости сейчас будет какой-то свап. Дума? Да любой, вот, допустим, Дума ошибся, тут же его можно свапать. Можно, но она отошла прибить крепочку. Там Т2 стоит, надо выбирать тоже. Сын Кинг потратил подкоп. Ну, ладно. Решили поубивать шрайны. А, нет, они еще башню же, башку же не снесли. Как они ее убьют? Никак. В это время у них постоянно, у команды папины дочки, постоянно подпушивается верхняя линия. И игра становится очень интересной. По золоту примерно ровно все. 25 уровень, здравствуй. Ой, смотри, что творится. Это все будет... Ну, на крипах-то не страшно. Да это все будет в лицо героям прилетать. Это будет, да. Как зайти на хайграунд против нее? Я никак, ты сейчас уже наоборот как дефаться против нее, я тебе так скажу. Ну да, они могут. Сейчас смоки на пятерых. Ну, в принципе, если они кого-то сейчас поймают, пару персонажей убьют, шанс есть. Зайти на хайграунд. Ну ту же Вингу, допустим, надо ловить. А выход в смоках. Только не психоните на иллюзию, не психоните. Психанул. Уволить вертолета. Просто уволить. Ну он хотя бы это не дал кулдаун там. А ты посмотри, сколько иллюзий ему оставила? Да. Треть хп сняла. Больно. Что поделать? Да больше, там чем он... сыр. Ну да, очень... Очень много. А вот сейчас за Рошана-то драться надо команде папины дочки. Сейчас команда папины дочки выглядит очень сильно.
Там медуза скорее выглядит очень сильно. 20 вот уровень вертолета всего лишь. Да, сейчас, это грустно, вот эта разница. Сейчас выглядит не таким уж серьезным, не такой уж серьезной угрозой. Ну вот я не знаю, как пробить медузу. Ну, допустим, кидаешь ей дум. Темпларка, гирокоптер, фокуси. А можно, да, кстати, попробовать? Ну, кидаешь, там все равно... кидаешь дум, забыл про нее, убиваешь остальных, вспоминаешь про дузу, если она надо не убежала. Надо тогда кинуть еще и элебарду, потому что если ты кидаешь дум, она все равно с руки-то будет настреливать. Я думаю, там порядочно дэмэджи, несмотря на дум. Так что забыть не вариант. Надо что-то делать. Хекс какой-нибудь, что ли, собирать или давать, или ну, все, кстати, что можно как вариант затыкать. На темпларке. Когда надо. Ну, темпарка берет улучшенный арчит. Ну, Хекс, как бы есть свой Урасты, но Ураста тоже дойти надо до этой медузы как-то. Ну и показать еще такое небольшое. Ну что-то фармят, но непонятно, к чему они фармят. Да, Рошана ждут. А, Рошана ждут. Ну ладно. Темпарка решила отказаться от арчита, будет выходить в МКБ. А зачем он? Ну, против арчит, дозы. Конечно, неплохой артефакт, но. Нужен дэмэдж. Дузу пробивать. Да, потому что дузу действительно нечем пробить. Блудторн наш не собрала, тоже не собрала, не собрала же она его, если честно. Нет, не собрала. 20 уровни пошли. Выход на Санкинга. Мгновенный минус. Потерял он еще и гем, к сожалению. И сейчас как раз таки будет очень скоро вставать Рошан. Ну они Санкинга, могут попробовать пойти Т2 на боте забрать. У Санкинга выкупа нету. И пока безопасная минута для команды папины дочки. Очень интересная игра. 40 минут, все в ноль. Очень ровненько все идет. Угу. Да, смотрите, из какой ямы выбрались. Да, плохо. Ну, как хороший камбэк. Медуза, конечно, такой жесткий герой, жесткий. Ну, довели, сейчас до, поэтому довели она... до такого... Ну да, во-первых, затянули, стала... но во-вторых, она поэтому сейчас и банится, потому что такая сильная. Дум там спрятался. Ой, нашли там парку. Подкоп, зачем сначала ты ударил? Почему сразу не подкопать? Я не понимаю. Ох уж эти никсы, что-то они сегодня какие-то... Все равно ты бьешь в щит, но в любом случае урон не пройдет. Ну типа, зачем смысл сначала открываться с удара? Может, он думал, что пройдет? Так, Винга проверила, одна ли здесь Раста, и под ломом просто расстреливает. Ну это быстро, это было быстро. Вот, Шэдоу Шамана Винга убивает. И минус Рошан. С Аегисом, с рефрешером. Кому здесь давать рефрешер? Я думаю, можно давать вообще земляной панде. Либо Шэдоу Демону. Думаешь, я думаю, Медузе, пусть она два стоунгейза дает. Пусть она идет, ломает сейчас... Тавр включает один стоунгейз, включает второй и просто сносит в сторону спокойно. Пока на нее все смотреть не могут. Да. По-моему, нормально. Эрспириту пошел рефрешер. Ну, два магнетайза, это знаешь тоже жестко. Это очень жестко на длинные драки. И сейчас будет заход на хайграунд, ты посмотри. И вот сейчас будем смотреть, что будет оставлять дуза от вышки. Смотри, какая скорость атаки. Алибар, да? Shadow Demon делает иллюзии, сейчас они будут заходить и будет падать вышка. Очень быстро это все падает, Синкинг пытается, конечно, как-то это все дефать. А Дузи абсолютно параллельно, почему? Потому что она с Аегисом и просто вертолет подошел посмотреть, как дела у Медузы. Получил 3 удара и пошел на фонтан лечиться. Ну-ка, там Кларка. Никак, абсолютно. О, как же она ее. Смотри, все потратили в нее, можно просто отходить, потому что сейчас она встанет и будет убивать. Пошел Дум, Дум повешал свой ультимейт, пытаются пробить, нет, просто Дуза встает и начинает разваливать. И это минус 3 мгновенный, нету байбеков, минус 4, байбек только у Дума, но это скорее всего ГГ. Да, Васька пишет ГГ, да. И Дум потраченный в Никса, Никс успел закопаться и даже его не убило. Дуза выиграла эту игру, абсолютно, точно. Победили силы света. Да, сильно, и поздравляем папины дочки в финале. Ну им теперь долго ждать, теперь отдыхать. Надо посмотреть по сетке, пока мы Игра все-таки не быстрая была, 43 минуты. Может, ну, там вся все сетка равно как-то там... прошла. Ну, да. Она прошла там, ну, скорее всего, им ждать игру как минимум. Слушайте, мы, наверное, сейчас будем комментировать либо какой-нибудь полуфинал. Ну, мы надеемся, что мы будем комментировать полуфинал, поэтому. Либо никуда... вернемся к четверти. Да, либо к четверти вернемся. Поэтому никуда не уходите. 10 минут буквально, и мы скоро будем.